ставить сначала на курсы. Вот Комарова Галина, я руководитель проекта «Пекала». Мы занимаемся разработкой и производством газоанализаторов, газоаналитических комплексов. И в свете вот сегодняшнего нашего с вами собрания, значит, речь идет об инструментальном контроле химических факторов окружающей среды. Дело в том, что наше представление – это то, что любая очистка, да, любой чистый воздух и прочее начинается с контроля. Потому что нельзя очистить то, не знаем что. Значит, первым делом – это контроль. Контроль должен быть инструментальным. Понятное дело, что мокрая химия, пробирки с притертой пробкой и часовые исследования на хроматографе в лабораториях, они сейчас не являются трендом, не являются актуальными такими средствами. Значит, понятное дело, что так сложилось, что наша производственная деятельность она совпадает с требованиями сегодняшнего дня, в частности, вот с национальным проектом «Экология». Дело в том, что вот на этой карте информация всегда из открытых источников в интернете. Это полигоны. Вот карта России. И вы видите, что практически она вся усеяна. То есть можно подумать, что вся наша страна – это огромная большая свалка. Значит, на Москву и Московскую область приходится 16% всего объема мусора. Не случайно, поэтому, что в первую очередь к нам обратились представители Московской области, потому что там огромное количество полигонов, куда свозят мусор Москва и сама Московская область. И к нам обратился крупнейший в Европе полигон Тимохова, которому мы 1 декабря прошлого года поставили 4 стационарных поста по Розеветру север-юг, запад-восток, значит, в границах санитарно-защитной зоны. Сейчас, слушая выступление, я понимаю, что я выступаю перед грамотной аудиторией, которой не нужно сообщать ни нормативные акты, ни федеральные законы. Вы все это знаете. Единственное, на чем я хотела бы сделать акцент, это вспоминая те же ТОП-300, о которых уже говорили, значит, предшествующие выступающие, требуется оснастить эти предприятия автоматическими системами контроля, не просто, а с передачей данных на расстояние для того, чтобы сохранить объективность этого контроля. Мы постарались это сделать. Вот перед вами традиционный стационарный пост контроля атмосферы, который, вы, наверное, очень многие знаете, вернее, в Советском Союзе они ставились. Они больше носят, наверное, характер такой научный. И стоят они десятки миллионов рублей. Они занимают территорию. Следующая. Обратите внимание, чем они оснащены. Вот здесь написано, что в этих стойках расположены газоанализаторы, но каждый на какое-то одно вещество. То есть представить себе прибор, вот в этих стационарных постах стоят приборы. Почему они такие здоровые? Потому что на каждое вещество готовится свой прибор. В принципе, каждый прибор содержит одну и ту же систему управления, один и тот же газовый канал, одну и ту же электронику и прочее.
Разница только в сенсоре, который, ну, в датчике, который, так сказать, контролирует то или иное вещество. Мы предлагаем стационарный пост ЭКОЛА. Кстати, вы могли обратить на него внимание, а могли не обратить. Он стоял на стойке регистрации. Маленький, 70-60, с небольшой глубиной. А почему он такой маленький? Ведь он может мерить до 29 веществ одновременно в режиме реального времени. На стойках вот лежат такие информационные листочки, где указан перечень этих веществ. Если, не знаю, есть ли возможность у организаторов, я прошу прощения, можно, если кто-то захочет записать выступление на флешке, они могут записать, да? А, вот так, можно я об этом скажу? Значит, все участники данного собрания получат в электронном виде презентацию моего выступления, то есть вещества, покажите. Ну давайте вернемся к этому. Вот перечень веществ, и следующая страничка. Вот перечень веществ, которые можно контролировать этим стационарным постом. Короче, если я все. Значит, еще чуть-чуть. Смотрите, значит, сейчас, секундочку, я вам покажу. Значит, стационарный пост оснащен, ну вот помимо того, что это термостатированный шкаф, в котором размещен контроллер, размещена линейка датчиков. Вот это устройство принудительного отбора пробы. То есть отбирается проба воздуха, которая проходит по газовым каналам каждому из датчиков, и потом поступает уже на обработку и передается уже на расстояние, на сервер. Значит, мы передаем эту информацию по договоренности заказчика, что выгодно заказчику, по мобильной связи, по проводной связи, через спутниковую систему, это зависит от финансового благополучия заказчика, так скажем. Смотрите, пожалуйста, вот это тот стационарный пост, о котором я говорила, мы установили в Подмосковье, в Ногинском районе, в Богородском округе, полигон Тимохова. Вот мачта освещения. И на высоте, как предписано правилами контроля качества атмосферы, на расстоянии 3,5 метра, вот на этой высоте мы установили стационарный пост. Вот он, вот вы видите его и, так сказать, изнутри. Значит, с обратной стороны мы только установили позже, мы установили еще один примерно такой же усиленный шкаф, снабженный аккумуляторами бесперебойным питанием, потому что иногда бывает отключение. А у нас пост работает 24 на 7. То есть 24 часа идет непрерывное измерение, которое передается в соответствующие, ну вот как мы говорим, сервер. Дело в том, что подмосковные власти, значит, распорядились, чтобы вся информация поступала в РГИС. Это информационная система региональная, но, к сожалению, она еще пока присутствует только, ну вот, скажем так, в нормативных документах. Вживую ее еще как таковой нет. Поэтому мы пока передаем на сервер, который установлен у заказчика, так скажем. Смотрите, пожалуйста. Значит, когда вы приходили, то вот в вестибюле, рядом с нашим стендом и на плазме были два вида показаний. Это показания, ну сейчас это картинка, это данные полигона. Значит, в соответствии с правилами контроля атмосферы,
в соответствии с ГОСТом, правила контроля качества атмосферного воздуха, предписывается мере только 5 веществ. Это угарный газ СО, метан, аммиак, сероводород и НО2, диоксид азота. Но дело в том, что, понятное дело, что это нормативный документ, но жизнь, она, так сказать, она больше и шире. Поэтому вот у меня, я для Московской области, сделала такое предложение. Давайте, полигонов очень много в Подмосковье, вот ближайший, например, Слезнёво, это Наро-Фоминский район. Значит, давайте возьмем переносной хроматограф. Съездим, ведь хроматограф – это качественное измерение. Пускай хроматограф покажет, какие еще, помимо этих 5 веществ, есть на полигоне. И уже в связи с этим, с этими знаниями, подготовят соответствующие датчики, помимо тех 5, которые предписаны ГОСТом. Ну вот, мы съездили и посмотрели, что в основном ароматика, то есть бензол, ксилол, глуол, стирол, вот эти вещества. Остальные в рамках фона, они практически не, ну их можно не учитывать. Так, помимо этого, картинку, если можно вернуть, вот первую, там где только, там где я показывала, из чего состоит стационарный фон. Картинка в режиме онлайн или просто как слайд? Значит, вот, нет, значит, там в фойе вставляли онлайн. Во-первых, была возможность посмотреть, чем мы пишем с вами здесь. Не надо. Второе, это были данные с полигона Тимохова в режиме реального времени. Сейчас это картинка, если не ошибаюсь. Посмотрите, значит, мне нужно показать. Нет, стационарный фонд и метеопараметр мне надо. Нет, еще, перелейте. Еще. Это поздно, мне надо до полотенечка. Ну, быстрее. Это же конец, уже начало. Вот. Нет, следующий. Перелейте. Короче, если вы обратили внимание, там вот, смотрите, пожалуйста, значит, вот это метеостанция поверена на 5 параметров. Температура, давление, влажность, направление и скорость ветра. Значит, они тоже присутствуют там, где регистрация, вы можете увидеть. Стационарный пост и рядом метеостанция. Значит, я уже говорила о том, что эти стационарные посты, они на базе переносного газоанализатора. То есть мы исходили из того, что чем один газоанализатор на одно вещество, это очень сильно ударяет по карману пользователя. Мы решили, что лучше будет обратить внимание на фасад прибора. Кстати, он тоже стоит там и в режиме реального времени показывает информацию. Матрица 3×3, 9 веществ. Можно измерять одновременно, сразу. Вы только нажимаете кнопку, и измерение пошло. Причем 3 можно в ПДК, в миллиграммах на кубометр и в ppm. Значит, ну, понятное дело, что здесь идет разъемы, аккумуляторы, дальше. Так, ну вот это я вам показала просто, что экран большой, да, дальше. Технические характеристики, в принципе, атмосфера. Прибор используется и для атмосферы, для рабочей зоны, и как для расширенного диапазона. Дальше. Так, значит, в том случае, если много веществ надо контролировать, то есть больше 9, которые умещаются в приборе, существует модуль хранения датчиков, куда можно остальные положить. Там идет подзарядка, там идет контроль
способности есть проверка, ну и просто хранение. Устройство отбора проб. Иногда бывает такое, что прибор, по идее, должен мерить на уровне вот носа, да, полтора метра. Но иногда бывает, что нужно взять пробу откуда-то из другого места, труднодоступного. Тогда применяется зонд. Дальше. Термоконтейнер. К сожалению, мы живем с вами в такой стране, где климат, часто температура отрицательная. И тогда применяется термоконтейнер, он вставляется в прибор, и он может работать, хотя датчики, сенсоры сами от плюс 5 и выше. Так при наличии, при нахождении в термоконтейнере можно мерить, мы в климатическую камеру засунули, там было минус 50, прибор работал. Дальше. Ну, эта модификация, это просто для общего развития. Я понимаю, что вас интересует атмосфера. Дальше. Так, ну, преимущество, я уже сказала, мне кажется, то, что одновременно измеряют режим реального времени, это уже большой плюс. Так. Значит, понятное дело, что без госстандарта это была бы просто железка, которая была бы никому не нужна. Значит, мы получили свидетельство госстандарта прибора, внесенного в госреестр, еще в 2014 году, в прошлом году, ровно год назад, мы госстандарт еще на 5 лет продлил нам свидетельство. Вот написано срок 2024 года. Ну, это декларация соответствия Евразес. Ну, то есть все документы, все, что положено, соблюдено. Это мы хвастаемся, что мы участвуем в торгах, и нам доверяют, так сказать, бюджетная организация. Вот в ноябре 2019 года на 52 миллиона было заключено декларация. Это все. Значит, конечно, если у вас возникнут вопросы, в зале на нашем стенде находится заведующий производством, который может ответить на все технические вопросы. Значит, я хотела бы только подчеркнуть, когда говорила о стационарных, традиционных постах, которые стоят 15-20 миллионов, я должна сказать, что вот этот пост, он в пределах 1,5 миллиона. И вот мы несколько недель назад, нас пригласило Министерство экологии Республики Татарстан, и мы договорились, что через несколько дней мы едем, везем туда 2 стационарных поста наших. Когда они узнали о нашей цене, они сказали, так там можно вообще 20 таких постов купить. Мы не возражаем, можно. Причем у нас не только, вот если можно, генератор еще раз к посту вернуться. К посту. Ну вот, я даже на вот это вот покажу. Значит, вот, или вот здесь. Значит, вот эти датчики, это у нас два вида средств контроля. Значит, датчики, на самом деле, называются газоанализаторы, потому что они полностью обладают всеми данными газоанализатора. Вот такой маленький, если вы подойдете, мы вам покажем, это такой вот бомбышечку, а на самом деле это газоанализатор. А есть второй вариант. Это наш газонизатор поставить внутрь, и точно так же там 9 веществ, которые точно так же работают. Значит, если это города, у нас есть запросы, только на уровне запросов коммерческих предложений от городов, где не просто полигоны, а в городах нужно, допустим, на перекрестках мерить, еще в каких-то возможностях, необходимости, то мы ставим стационарные посты не в каждый контроллер, как здесь вот у нас, а у нас есть контроллер, который позволяет обрабатывать информацию 20 и 30 постов. То есть это как один большой... Хорошо реагируете, правильно? Так, говорят, если всю информацию техническую и потрогать руками, можно в вестибюле. И задать вопросы.
Ну да, и мне. Всегда контроль – это хорошо, когда контролируешь, понимаешь, в какой среде живешь и знаешь, на что надо повлиять, чтобы эта среда стала лучше. Правильно, да? Когда-то в Москве было довольно много таких постов, но я знаю, что со временем их все меньше и меньше стали финансировать. Страшно, потому что... Наверное, поэтому их вот все больше и больше нас запрашивают, потому что даже тяжело. Да, ну поэтому, наверное. Да. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.